А жители села Султан-Рабат в Туркестанской области пытаются отстоять средневековый курган, исторический памятник, находящийся под защитой государства. Однако это не помешало местным властям разрешить на этой территории добычу песка. А местные жители вынуждены собирать человеческие останки. Бахром Абдуллаев с подробностями. Это новое кладбище, а здесь рядом старое. Вот вы видите, это человеческие кости с нового кладбища. И это все делают люди, чтобы набрать песка для кирпичного завода. Они делают бизнес на могилах наших предков. Кости и черепа людей жители села Султан-Рабат начали находить на месте древнего городища после того, как в 2008 году один из предпринимателей начал отсюда вывозить грузовиками песок. Не могут остановить производство ни местные жители, ни табличка о том, что этот памятник находится под защитой государства. Эта территория имеет историческую ценность. Мы даже скот сюда не загоняем, но власти на наши слова не реагируют, только советуют подавать на предпринимателя в суд. По словам замакима Тулебийского района Сержана Дусибаева, предприниматель получил землю в 2008 году для добычи песка, участвуя в государственном конкурсе на законных основаниях. А табличка с указателем городища Султан-Рабат появилась 2 года спустя. Я работаю с 2010 года. И с того года этот вопрос не поднимался. А мы даже и не знали, что это природный музей. Вот только недавно мы подняли документы и узнали об этом. Доктор исторических наук Александр Подушкин в 90-е был в составе группы, ведущей раскопки на месте городища. Он уверен, что карьера разрушает не только курганы, но и могильник государства Кунгюй, который также внесен в республиканский реестр памятников охраны. Здесь я хочу сказать очень серьезный удар вот по программе, президентской программе Рухани Жангыру. Такие вещи недопустимы, чтобы археологические объекты просто разрушались. Причем публично, если уже местные, население местное пошло, это люди, которые, может быть, отдаленно имеют представление о памятнике археологии, значит, это явно уже очень некрасивые вещи творится. Пока чиновники обещают, что работы на городище и могильнике больше не будут проводиться, но местные жители не верят и хотят привлечь внимание столицы. Бахром Абдуллаев, Жансерик Барамбаев, Информбюро, Туркестанская область. Еще больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале Информбюро 31. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей.